Ну что ж, ребят, всем привет. Мы возобновляем серию и мочим карты. Кабани нас не отучили. Что за фигня? Чувак, ты просто мудила. Вот мы вроде бы разделились, я бью одну, он бьет другую. Нифига не так. Все бьют меня. Еще меч не достает. Извини. В порыве битвы. Пойду поищу наверху. В порыве битвы тебя ударил. Пошел шариться. Так, надо похилиться. Надеюсь, он сейчас не просто свалит куда-нибудь. Так, остальное можем мясом доесть. Отлично. Кто тут огребает? Сейчас кто-нибудь огребет. Чем удобна выручка? Этих гарпий удобно именно с этот сверху рубить. Сундук. Тумычка. Ключ к сундуку. Книжки. Такс, там мы все смотрели. Тут типа оружие лежит. Бесполезное. Видит пора. Ну, лучше пиво возьму. Ладно, не возьму. Где, собственно, хочет его брать. Так, ну, похоже, здесь все. Пойдем второй этаж, поднимемся к этому. Глянем, что он там узнал. Узнал и разгадал. Блин, высоко подниматься-то. Куда он делся-то? Здесь еще не выше не дошел. Сохранится. Я должен достать для тебя документ. Право собственности. Ясно. Нашел что-нибудь? Этот сундук закрыт. Может быть, мы сможем найти ключ в форте? Еще не нашел? Нет. Ты уже был в бю... Я нашел твою бумагу. Отлично. Возьми эти свитки. Они помогут тебе добраться до Юнитора. Я буду ждать тебя внизу, у пьедестала. Так, ладно. У меня подождет. Там он есть, Юнитор. Еще какие-то зловещие звуки. Тоже есть. Сохраняемся. И прыгаем. Так просто. Здорово. Я еще не закончил. Так что давайте сохранимся. Типа у нас уже все есть, юнитор. Мы сами крутые. Типа уже можно возвращаться, но нет. Все-таки мы находимся в таком огромном здании. Мы дом со скелетами-то просто так обшаривали. Который в этой. Почему бы здесь тоже не пошариться? Как следует. Да, мистер Рычаг?
Да, мистер Скелет. Блин, ты не один. Блин, вас явно не один. Ну ёпта. Ты видели, что он сделал? Вы видели, что он мне показал? Он своей долбой маленькой ручкой показал, типа, давай, нападай. Нет, если вы это не видели, то перемотайте и посмотрите. Вот это было ржачно. Просто лол. Ой, ладно. Парочку сундучков. О, хилочки. О, маночка. Просто какой-то алхимик жил. И чтобы, типа, у него ничего здесь не украли, вызвал, небось, этих скелетиков. Бедненьких. Восполнить здоровье. Вообще, толком не понимаю, для чего я обучаюсь вот этому мечу и всему прочему, потому что ведь я не пользуюсь этим. Чтобы пользоваться мечом, нужно... ну, именно умением меча. Нужно нажимать W с некоторыми промежутками. То есть он выполняет действие, типа он его закончил. Еще раз W, он следующее действие выполняет. И так вот комбо получается. Но я же это не делаю, это бесполезное. Тебя пробивают во время этого комбо, пока он все это сделает. Просто А и Д жмешь, да и все. И ты в профите. И всех нагибаешь. И они даже подойти к тебе не могут, вот что самое главное. Так что я не понимаю, для чего нужно вот это обучение, на которое трачу безумное количество опыта. Так, здесь я был. Блин, здесь больше гарпий, чем я ожидал. Хрен ты мне, висишь над головой. Похоже, она уже висит над головой. Бесит, когда они так делают. Идиотизм. Иди дерись, достал меня. Ну или не дерись, если ты слабая. Сейчас будет посмотреть, сколько мне дала лапа. Это удивительно, ребят. Вот что удивительно-то. Я сейчас только вспомнил. Посмотрите. У меня 116 силы. Максимум 100. Хочу вам напомнить. У меня офигенный меч. Бьет 61. У меня обучение есть этому мечу. Я ничего не могу сделать этому долбанному голему. Я просто его бью, и он такой, ну да, вообще-то пофиг. Типа зевая. Или позевывая, как вам больше нравится. В общем, жесть. Тут где-то эта гарпия была? Что, она передумала со мной сражаться? Ненормальная. Не, еще такой спам из звука идет. Прям залагивание одной аудиокомпозиции. Так, еще выше лестницы. Ну давай еще. Вот когда он... А, я уже думал, все, залагал опять. Опять начинает прыгать. Как ненормальный. На всякий случай сохранюсь. Ну его нафиг.
Блин, такой замок и нет нормальных лестниц. Что за тупость? К слову о нормальных лестницах. Да уж, позор. Они что, не могли лестницу до конца довести? То есть выше я не поднимусь, да? Это вы хотите на мне намекнуть? Yes. Нет. Yes. Бесполезный этаж с одним прилавком, в котором есть парочку гадин. Но меня радует то, что с них дают по 200 опыта. Это немало, а дохнут они в принципе не так уж и сложно. Так что это приятно. Так, с Б. Блин, дофига еще до следующего уровня, там буквально 4000, наверное. Ну не буквально, а еще целых. Буквально не самое подходящее слово здесь. Опять это лестница. А нет, здесь нормально. Настолько нормально, что здесь тупо сундук. Немножечко хилок с монетами. Бесполезные монеты. Мне какой-то меч дали? Давайте глянем. Вдруг это дурочка какая-нибудь клевая. Нет. Показалось. Вам показалось просто. Давайте, знаете что? Давайте покажем, как надо нагибать эту игру. Раком ставить за все ее невежество. Прыжок веры. Кто не верил, тот дурак. Ух, пошутите, посмеяться. Теперь мы оба нашли то, что хотели. Я останусь здесь и буду изучать старые книги. Ну, удачи. Мы еще встретимся. Ну, здорово, можно идти дальше. Ну что, пойдем назад? Так, ребят, у меня есть одно заклинание. Глянем на него. Шар, стрела, исцеление, глыба, свет, уничтожение. 5. Она очень дорогая, она типа очень клевая, но... Чисто ради интереса. Сколько дает опыта этот урод? Тупо такой спортивный интерес. Ни о чемный. Нет, не трансформация. И не исчезновение. Свет. Ладно, не знаю, какая кнопка-то? 6. Исчезновение монстра. Что же я за лошара тут такой? Сначала он очень долго его не видел, а потом вплотную захотел исчезнуть, чтобы он исчез. Так, будильничек говорит, что хватит. Как бы мне его заметить раньше, чем он мне даст шпиндюлей. Знаете, заклинание юзается, а он не исчезает. Это говорит мне лишь о том,
что на него она не действует. Вот. И что я не могу просто потратить на него его. Ну, короче, вы поняли. Давайте просто... просто пропрыгаем мимо него. Чтобы ничего не бывало. Вот так вот. Хорошо. Ладно, тогда на этом, друзья мои, все. С вами был Баш. Если вам нравятся мои летсплеи, ставьте лайки. Мне они поднимают настроение. И удачи вам, как обычно. Пока.